Всем привет! Пользуясь комплектом из таких радиостанций, заинтересовало меня, что же там внутри есть и на каком чипе они собраны. Вооружившись простым инструментом, принялся за дело. Снимаем ручку громкости и аккумулятор. Сразу видно хорошее алюминиевое шасси аппарата, хоть на этом не экономит. Откручиваем два болтика и затем латуневое колечко в районе ручки регулировки громкости. Аккуратно вынимаем шасси с платы из корпуса, чтобы не повредить провода, идущие к динамику. Вот так выглядит фронтальная часть платы. На ней припаян микрофон, дисплей и размещены кнопки управления. Динамик припаян короткими проводами, поэтому вынимать платы из корпуса необходимо очень аккуратно. Флюс не смыт, да и ладно. Антенна является просто пружина. Хорошо, хоть ее поставили с нормальной длиной. Теперь открутим 4 крепежных шурупа и отделим плату от шасси. Видно резиновое уплотнительное колечко, где размещается контакт аккумулятора, и резиновую термопрокладку выходного транзистора-передатчика, предназначенную для отвода тепла на алюминиевое шасси, которое используется в качестве радиатора охлаждения. Присмотревшись к основному чипу, на котором собрана радиостанция, видим, это классическая схемотехника на Auctus А27, как в самых дешевых радиостанциях типа Baofeng 38, Baofeng V9, ну и им подобных. Ссылки на эти радиостанции оставлю в описании под видео. Теперь собираем радиостанцию в обратном порядке и отправляемся на рыбалку и тесты. Спасибо за внимание, всем пока!